езжу на підробку, уже как выходит Call of Cthulhu, как я узнал, покупаю 10 книжек, раздаю, закончились, опять еду, у меня этого, выезд, кто-то едет на Петровку, гребет там мешки денег, вещи, всякие продукты, оргтехнику, а я за книжкой, опять закупил этого, книжечки, 10 штук, опять езжу, раздаю, когда раздам уже, следующий парк, как больше 100 книжек уже раздал просто людям, чтобы люди больше любили. Ну что, многие преображаются. Он Юлиане дал. Недавно подарил. Расскажите. А я Гришеньку. А я начала читать еще и Гришу. А Гриша еще Никита поделился же. А, Никита еще у нас есть, Гриша, тоже аранжировщик, который мне делает песни. Тоже ему подарил книжку. У него с девушкой там были нелады. То есть она его отвергала. Только он начал ей посылать, он не мог этого, она на него как вцепилась, он не мог этого. Он говорит, я уже хочу другую девушку. Она такая сильная. Так меня полюбила, говорит, я не могу. Я ему все дал этого аудиозаписи. То есть больше как не книжки, он слушал его аудио. Вот, и он теперь светится, все у него идет как надо тоже. Все время звонит, потому что преображается. Да. И вот просто как постоянный источник позитивной энергии, Максим.